Ну так, одеяние доблести. Тален Луй, ветеран, особые противники появляются с гораздо большей частотой и в больших количествах. Готов? Сейчас слушал все, что ты сказал. Неважно. Пойдем. Я это самое, просто посмотрел, что оказывается у Кириллиан есть этот самый. Если меньше половины здоровья, то каждые 10 секунд 3 единицы здоровья восстанавливается. Нормально. Ну, здесь кроме того, что сильные враги, ну, это, или чуть больше врагов, тут ничего особо не поменяется. Понял. The temple is close. Trees tell me so. Is this really the place? Bugger! Looks like we're in for a war. Don't stand there gawking, lumberfoots. The temple's this way. Патроны. Блин. These trees would make for a valuable commodity, and yet no woodman plies his trade. Strange. Так, а сложность у нас какая? Воитель, да? То есть ветеран. Уже Friendly Fire есть. Второй. Всё, не, е- вроде не должно быть, нет? А. Понеслась. Так, мы все вниз упали, смотри, это самое. Во-во-во, это плохо. О, бутылька. Ай, меня зацепит. О, нет, нормально. Won't give us any more grief. That pack
взяли там, нет? Ладно. А я там взял аптечку. Ага, все, хорошо, пошли. Патроны. О, как заказывали. Так, сейчас направо надо, то есть налево, налево, налево. Это собака. Ладно, это не собака, это крыса. Ах ты, бля, ты, ну ты крыса. Я это самое. О, кемуар. Угу. А теперь, наверное, в другую сторону надо идти. О! Поушен. Еще один поушен. Прекрасный осенний лес. Дождичек. Да. Так и представляю запах. Тебя взяли, все молодцы, красавчики. Ага. Так. Угу. Так, где это чертило? Это слово такое чертило, знаешь, после. После Comedy Club, где там они российских политических деятелей озвучили рэпом там этого Дмитрия Миротворца Медведева. Так, кто-нибудь возьмите. Взял? Да. Красавчик, всё. Как там это придёт? А? Не, не всё там, с костяшками, там, с бубенцами. Бубенцы, бубенцы. О, патрончики. Патронов много не бывает. Да. Ай. Это и не туда, с другой стороны обходить. Бегает, солнце.
Где ты там? Ну там, тут крыс. А ты где потерялся? Я тут и бегу за вами. Тебе выпить бы надо. Или не надо. Или, на... или не надо, или надо. Или... Я поддал. Отличный план, может. Сейчас Killing Floor под банку пива. А то он уже... Мне нравится Невермитик, конечно, классная игра. Ага, да. Поэтому я тоже с удовольствием. Как-то есть в этом. А тут были эти лечебные припасы. Все взяли, все, все кому нужно, пошли. А у меня фолиан, поэтому мне. Так, тут ничего нету, неинтересно. О. Патроны. С другой стороны. О, кончились. Блин, тут... Меня подзастряли. Бегу. Только силой Зигмара удалось Трейк Спешл отвалить. А, спускаемся. Нечего там. Ничего особо-то и нету. Тут крыс. О, загубленное искусство. О, где нашел? Ну, то, чтобы... Пометил. Спасибо, забирай. Ей. Пожрался морковки теперь. Желудок себя неуютно чувствует. There's nothing more beautiful than nature unbound, Sergeant. You should learn to appreciate it. Oh my! We weren't that cars going underfoot. What's wrong with a good road for Carl's sake? You're a special sort. Thanks. Wait. That was an insult, wasn't it? A pack back! Ай, не успел, тайминг не рассчитал. Да что ты никак не сдохнешь, я в него 1000 стрел выпустил, а? А, еще тут. Вот где-то тут. Ай. Тут меня подлечил, что ли? Точно. О. Так, патроны тут сверху. Бомба. Ну, блин, бери уже. А это что за подозрительный кирпич? Оттолкнуть? Толкай, да. Нажал? Да. Вот, с одной стороны и с другой стороны... Тут три кирпича, с одной стороны и с другой стороны, вот. Это то, что ты нашел, я там. Ой, блин.
Так, тут... Нормально. Что там такое случилось? Не знаю. Я тут пулеметчик убью. А, и теперь меня бьют. А, мне все глаза выцепили. Все. Че? Не сметь. Не сметь стрелять по Багдаду. Этот эльф мой. А что ж такое? Опять тебе? А это плохо. А у меня аптечки просто нет, у меня же фолиан. Береги себя там, это... Тут... Ты что, читаешь Вархаммер? Да. А сейчас? Покайтесь, грешники. О, аптечка. Так, а кто-то подобрал, да? Этот самый фолиант. Три, в смысле, кто-то подобрал? Где тот? Я просто взял аптечку, а вместо него кто-то сразу его забрал. А, ну а да, он... бот взял. Круберы, что ли? Да, вот. Вот типа тут вот есть еще один подозрительный кирпич. Я его толкну, и тогда откроется. Не уходи далеко, вот, смотри. Вот прямо здесь вот видно, как дверка двигается. Где она там двигалась, а вот сюда. Ну и тут, собственно, и аптечечка, и гримуарчик. Возьмешь или как? Ну, красота. Да. Да, супер. Пойдем. Там бегает какая-то тварь, а? Где голум бегает тут, а? О, это загубленное искусство. Ай, блин. Тайминг не сошелся. Обидно. Там еще кто-то вот. Убейте эту тварь. Так, я тут, короче, боту отдам этот фолиант. Бардину. Да я могу подобрать, в принципе. Ну, у тебя аптечка, а он да, все равно... Выкину, да. Все равно пустой. Давай, Бардин, ёкарно бывай, ты где? Надо просто отойти, он тогда сам возьмет. А, он дотопил. Дотопил. Тебе придется взять все-таки. Понял, сейчас возьму. Он что-то не может пройти. А, ёпер на бабай. Ай, блин, не туда. Я взял, супер. Там вот там нырку эта тварь. Да что ж такое-то, а? Ой, блин, это опасно. Опа,
Классненько. Как музыка внезапно закончилась. Да. No о, аптечка, иди сюда. Полечись. Come, me, а, он забрал бота теперь. Наконец-то он взял, да? Зараза. Let us hope that tree at least has firm roots. Tis vast enough to crack the ground we stand upon. Fools for the body. The soul must fend for itself. Да, он, да, супер. Here, the stab. А, сзади там. Давай. Не привыкну никак, то, что у эльфийские мечи короткие. Ты привык, что радиус обычно больше. Зато у нее доджинг лучше. То есть... А, я не знаю, правда ли, неправда. Но мне очень сильно казалось, что она гораздо лучше уворачивается. Есть... Привет, Ярослав. Вархаммер, верните второй. Ага. Такие попрыгушечки, да? Ну. Кто тут? Да, возможно, подлагивает. Надо будет поправить потом это дело. Так, не прыгаем, не прыгаем. Так. Может, он мне, наверное, из-за рестриминга на ВК-плей. Блин, ну берите. Что-то повыбрасывали, блин. Что гном, что этот самый Бардин. Давай, забери. Все. Так. А, забавно, я не могу. Забирай. Хотя вылечить? Да не, походу, что-то я не могу. А, у меня какой-то баг с этим, с обозначением. Ладно, понеслась, как обычно. Идем. Подожди, это сейчас будет та самая сложная херня, что-то я забыл. А что тут делать-то надо? Короче, вон видишь, где красные места? Да. Вот по часовой... Надо крутить и выстраивать. Да, ага. По часовой стрелке. Один крутит, другой защищает. Но все остальные защищают, собственно. Если хочешь, ты можешь крутить. Ну, не знаю. Давай лучше ты будешь их крутить. Ну тогда защищай всем остальным. Как надо соединить. Ага. Да, да, там в одну линию. Просто до конца докрутить и все. Вон, типа, вот это вот внешнее кольцо, это вот на эту... До этой линии докрутить и нормально. То есть не нормально, оно само. Все, побежали. Вместо тысячи слов. Они со стен лезут. Блин, как гном тупорылый. Прыгает куда-то, непонятно. Все, пошли дальше. Дальше, 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 на следующее. Спасибо, давайте это тоже удачи стримить. И тебе тоже, да, донатов. Спасибо за пожелание. Защищайте меня. Да блин. Блять, перекрутил. Кстати, да, заходи к нам в кооператив. Дружбу, вместе можем играть, если смотришь еще. Ссылка в описании. Я не думал, что здесь можно перекрутить. Оказывается, можно.
Так, снизу кто-то ползет. Все, следующее, идем. Да-да-да, заходите. Мы тут любим в такое дело играть. Кооперативно. И то, что мы сейчас ферментит это играем, не значит, что мы только в него и шпилимся. Да-да-да. Мы во многое... Ну все, а теперь переждать. На меня пробили. Все. Тут где-то дверь была. А вон. Там даже вот это есть. Ништяк. Блок и додж. Какой додж? Мне додж вайпер нравится. Эй, поощрительный сундук. Ура, пятый уровень, первое очко таланта. Лучника, эльфа. Эльфийской погони. Ну вот, одного... Одной... Костяшки не хватило. Бонус быстрой игры. Это типа, если бы мы завершили миссию за их нереальные 20 минут. Не-не, быстрой как... игры это когда ты не выбираешь карту, а присоединяешься к кому-либо. Quick play, типа.